Каждый год осенью Машуковы идут в поликлинику, чтобы сделать прививку. Это уже традиция с несомненной пользой для здоровья, проверенная ими неоднократно. Потому что я считаю, что она мне помогает переносить грипп. Даже во время пандемии я болела меньше, и муж, потому что мы считаем, что мы каждый год делаем и поддерживаем себя этим самым. Александр, глава семейства, человек занятой. Болеть, говорит, нельзя. Тем более часто контактирует с детьми и внуками. Последние, кстати, тоже прививаются, но по своему графику. Дедушка для них пример. В Звенигородскую поликлинику пришел, чтобы защититься сразу от гриппа и ковида. Как себя чувствуете? Отлично. Почему надо прививаться? Я уже давно прививаюсь. Я думаю, что только от этого плюс. Я думаю, что надо всем прививаться. Медики предупреждают, сезон вирусных заболеваний вот-вот наступит. Встретить его во всеоружии поможет вакцинация. Важно пройти ее вовремя. В стационарных прививочных кабинетах к наплыву пациентов готовы. Более того, будут ему даже рады. В порядке очереди у нас работает кабинет вакцинации ежедневно. Это с 8 до 15 часов. В порядке очереди живой, либо можно попасть после приема, там, к примеру, терапевта или узкого специалиста. Есть и противопоказания к вакцинации. Например, аллергия на яичный белок, тяжелая реакция на прививки ранее или признаки простуды. В таком случае стоит сделать паузу и проконсультироваться с врачом. Василиса Ивашкина, Татьяна Верняковская, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».